Йоу, мой дорогой друг, с тобой я, Рамзес, и сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием Payday 2. Со мной сегодня No Name, и мы собрались на очень сложную миссию, которая называется Бриллиант. Ее дает дантист, и разница в левеле огромная. Давай попробуем. Это будет миллион попыток, я буду всю ночь не спать, походу. Привет. У тебя же сейчас ночь, нормас. Да заебись мне вообще. Так. Там подписывайся на мой канал тоже. Там ссылочка есть в описании на его канал. Пиздюк, блядь, рекламит еще себя сидит. Ну, канал там, в принципе, по VR, ну, по Beat Saber. Можете посмотреть, песни предлагать. Все, это можно заканчивать серию, да, я так понимаю? Да. Ладно. Ты готов? Чё? Да? Давай, поехали, блядь. Короче, миссия пиздец сложная, её нереально просто пройти, когда у тебя уровень 67. Это будет очень жестко. Я ее сам проходил год назад, наверное. Сейчас я по-быстрому соберу сет, который нам понадобится. А нам особо-то тут ничего не понадобится. Бэкмен, это что? Мужик-сумка? Вот сюда поставлю. И глаз. Все, по-моему, все. Мужик-сумка? Интересно. Ужас какой. У меня другие какие-то ассоциации, это отвратительно. Мужик-сумка. Смотри, как могу. Все, у тебя не было шанса подготовиться. Это что? Читы это. Поехали. Ох, я беру термит. Термит? Да. Справа давай зайдем. Ты слева пойдешь? Или справа? Откуда? Я справа захожу обычно. Тут пусто, камеры нет. Так, нет, вон они, эти штуки, ты чё? Какие? Вот эти. Ну и да, я вот тут уже прожигаю. А, точно. Чтобы вы понимали, мы не готовились к серии, мы вот прям сейчас на живую прям вообще. Так что реакция No Name сегодня будет бесценна, за это надо занести лайк. Ну и на канал на его подписаться. Говорим, давай, пойдем, серию запишем. Ну, я согласился. Чем мне терять-то? Ну это будет весело сегодня, я прям чувствую. Ты проверил там вход? А, он с этой стороны, чё я туплю? А чё никого нет-то? Я один уже нашел. Нам надо 4 ящика взломать. Щитка. Это не меняет смысла. Там есть чел. Хорошо, нам нужно его офнуть. Это, возможно, карточка. Чё ты не поймал ее, блядь? Я тебе ее пнул, а ты... Тебе не стыдно? Вот карточку нашел. Карточки нам нужно 2. По-моему, если мне память не отшибла. Все, пусть она тут полежит. Блять, я боюсь, что ее спалят. Надо как-то аккуратно. Да не всегда мы ее тут ложили. Да, я помню, но типа просто нужно ложить ее аккуратно. Проблема сама в том, что за год не игры в Payday я забыл вообще некоторые принципы игры. Ой, блять, тут еще один. Иди ко мне, можно тут лофнуть чувака. Карточка упала. И кто-то меня спалил. Не меня, в смысле? Там камера, там очень все плохо. Подними его. Она не увидит, подними его. Блять, отвечай на пейджер. Я отвечаю на пейджер, ты должен убрать его в сумку будешь. У меня сейчас генератор закончит работу. Убери его в сумку, срочно, в сумку его. И неси его за мной. Но зато у нас есть карточка, очень тупая, но карточка. Я камеру зациклил там. Да зря, это не особо нам помогло. Закидывай сюда, пусть тут полежит. Ой, там идет кто-то, не выходи, аккуратней будь. У меня почему-то двери 10 секунд взламываются, хотя я качался. Так. Очень долго. А, это камера была. Open the door, блядь. Камерную убрали нахуй. Отвечай на пейджер. Его тоже забрать. Да, сначала ответь на пейджер, потом просто тут его бросить. Ай, блядь. Тупо. Так делать нельзя. Опа. Ах ты мразота, блядь. Сука. У меня перезарядка не вовремя пошла. Если он вернется, он увидит меня, как я тут лапаю мужика, отвечаю на его пейджер. Это будет хуево. Я его, могу его уложить. Не надо. Ой, сука, походу надо. Надо его уложить. Он прям, сука, спать хочет. Чёрт. Ты немножко громче уложил, чем надо. Какая-то хуёвая у тебя колыбельная. Я не знаю, сколько по времени эта серия будет. Я всё-таки поменяю этот.
Да, судья он неплох, в принципе, там не такое уж у нас обнаружение страшное. Только мне не нравится, что я, может быть, вот на этом билде схожу. Ага, подожди. Он не совсем стелсовый, я там могу тоже циклить, по-моему, камеры. Сейчас попробуем. Ты что ли взял? Я случайно взял лаут, который не лаут нихуя. У тебя катана, как бы. Да я понял, только если я ее уберу, будет не особо хуже. Давай на нем. Давай я на нем попробую. У меня хотя бы двери на нем быстро открываются. Я не помню. Я эти, блядь, билды год назад создавал. Я не помню, какие они. Мне кажется, я здесь и бегаю немножко быстрее, чем там. Или я, может, сам себе психосоматику накручиваю. Оба-на, блядь, так. Маленький. Так. Я направо пошел также. Будь аккуратен, нам надо быстрее это сделать. Пока не пришел охранник оттуда. Тут опять нет ни камеры, ни хуя. А, нет, есть, что-то я выебываюсь много больно. Умеешь зацикливать? Да, я умею зацикливать, только не вижу никакого... Да. Че ты за долбоебы вообще? Мы на что шли, мне интересно? Это ограбление вообще, нет? Вариация этих миссий, это и отличительная черта Payday. Давай зациклю все-таки ее, она что-то меня немножко пугает. Не, я кидаю цикл уже, все. Да-да-да. Open, блять, окно нахуй. Open the windows. I'm англичан man. You back man, I'm англичан man. English man. А? Чтобы эту игру играть, переустановить винду, как бы. А, да, кстати, на стриме кто был, это вот ноунейм переустанавливал винду, чтобы, блядь, игру запустить. Радикально подошел к методу. Да у меня сетевая карта там полетела из-за того, что я установил виртуальную машину. Поэтому... Красава. Иди справа, посмотри подвал, я наверх попробую подняться. Там подвал. Так. Блядь, тут нихуя нет. Кто? Камера. А, камера. Кто, блядь? Ты включил? Да-да-да, я глушилку въебал. Портативную. А я секьюрити нашел. Ты долбоеб, ты перед камерами, походу, сидишь. Ты убрал его? Да. Блядь, идет, идет. Ты не убрал его! Ты не убрал его! Сука, камера спалила. Сука! Ну все, нам пиздец. Если после третьего раза не пошло, все, это пизда, это надолго. Я не знаю, что ты проебланил, блядь, камеру. Ты перед камерой труп оставил. Я что-то забыл вообще про труп. Блядь, вообще охуенно. В одном комнате в одной комнате с трупом, но забыл про него. Гений, блядь. Лучше я сначала буду зацикливать камеру. Так ты не сможешь ее зациклить. Дело в том, что когда у меня глушилка стоит. Трекер, хотел сказать. Давай не будем циклить камеру здесь, не надо. В пизду. Не надо, не надо, не надо. Все нормально. У нее вопросов не возникнет никаких вообще. Подумаешь, термит, подумаешь, решетка сейчас, блядь, пропадет нахуй. Охраннику будет поебать совершенно на это. Сейчас я окно только открою, если успею. Ай-яй-яй, а я не успею. Все нормально, 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 пойдем. Я прожал глушилку. Что-то я выебываюсь больно много сегодня. Как там включается глушилка? У меня портативная глушилка, она на троечку включается. Она вместо метательного оружия. Я наверх, ты снизу. Так, о, тут камеры нет, наконец-то. Ай, блядь! Ой, блядь! Ебать, повезло. Мне кажется, своими пальцами уже брейкданс танцевать могу, блядь. Я в библиотеке. Ой, тут... Библиотека, библиотека. Блядь, щитков нет. Ой, блядь, куда ж я выбежал-то? Я попутал немножко стороны света. Сука. Тут есть еще дверь, я забыл про нее. Я проверяю все, нам нужно 4 щитка, 2 карточки и хорошее настроение. Пока что, кроме хорошего настроения, у нас ничего нет. Я нашел один щиток. Один щиток, одна посылка, все прекрасно. Я тут двери долго открываю, мне не нравится. На этом профиле, походу. На этом же я сейчас играю, где двери долго открываются, нет? Так, с улицы еще есть вариант встретить щиточек. Ой, блядь, я думал меня. О, посылочка. Так, я уже этот один щиток взломал. Хорош, хорош, хорош. У нас 2 из 4, уже половина. Давай сделаем это. Но тебе придется хорошо прогуляться по первому этажу, потому что у меня на втором хуй. И больше ничего.
Ой, блядь, а кто? Ты убил кого-то? Я просто проебал момент. Ответь на пейджер! А я не вкурил, что произошло. Были небольшие технические шоколадки. Вот, я, собственно, опять тут. Мы ждем ноунейма. О, музыка заиграла, все. Значит, ты здесь. Let's go. Сейчас сделаем, давай сделаем это, блядь. Я настроен решительно. Ну а кто не настроен решительно, когда нужно пройти? Да это ебучий бриллиант. Сука, мы в прошлом году полжизни на него отдали. Где мне надо окна-то тут сделать, чтобы выкидывать? Все, let's не go. Не хочу сейчас полжизни отдавать за это. Да потому что половины уже нет, какой полжизни-то, блядь? Сколько мы дней? 5, наверное, подряд задротили, чтобы хотя бы раз пройти ее стелсовой. Сука же, не получилось. Мы где-то в конце закосячили, и потом настала депрессия, и вообще все. Чё-то ты долго джонинг. Ты, блядь, вообще где? Я сейчас... Джеки дорожит... дорожит своей коллекцией холодного оружия. Пиздец, ты долго грузишься. А, туда пройдешь, я тогда тут сверху выйду, а ты там пройди, просмотри, там в библиотеке должна быть, может быть, еще щиток. Мне тогда убить этого охранника? Нет, нет, ни в коем случае, подожди, он развернется. А, через библиотеку, да? Блять, у меня тут два охранника. Аккуратно. Будь аккуратен, пожалуйста, максимально. Я знаю, что ты год не играл. Куда зашел? Хорошо, аккуратность прям продемонстрировал полную... Ты прям грабитель, прям какой нужно. Другого уровня? Да, да, да. Более чем. Ну ладно, блядь. Объяснишь? Тут два охранника увидели друг друга спящими. А, спящими? Ну ладно. Ну на том свете. Два долбоеба где-то во сне встретились, типа, да, или что? Как два человека, спящие, могли друг друга увидеть? Мне для себя вопрос. Эту заставку терпеть не могу, блядь. Они друг друга увидели. А, ну тогда ладно, перед сном. Увидели такие, да, блядь, так засыпать не хочется. Давай еще аккуратней. Эта серия будет бесконечной, мне кажется. Так, давай аккуратно. Получается, подвал зачищен. Да, блядь, он чистый вообще, нахуй. Давай остается две коробки, три коробки. Просто надо не спешить, нужно настроиться, видишь, на игру. Нужно ее полюбить. Я второй щиток нашел. Главное, чтобы спину сейчас никто... Да-да-да, только по второму пути, по... А хотя похуй, иди за мной, ну и в рот я ебал. Если ты сейчас случайно не туда зайдешь. Или выйдешь на кого-нибудь случайно не так, как это... Как это нужно. Блять, обычно тут щиток кто-то другой находил, помимо меня. Я поэтому не ебу, где он тут спавнится. Эх! И если он сейчас выйдет, а он выйдет, блять, то мне пиздец. Ой, все. Дальше все как в тумане. F. Людей? F, F. Так, камера. Мочи. Я полка. Там чувак, если что, в середине зала. Его бы можно было бы убрать, но там везде окна. Остался последний щиток. И камеры, камеры надо еще убрать. Камеры еще надо убрать. Все, хорош. Так, мне его убить? Я пошел. Не знаю, не надо лучше. У тебя все равно места под карточку нет. Все, последний взломан. Нам нужно теперь создать путь. Make твой, сделай твой путь для проникновения, блядь. Сейчас подожди, я еще упорюсь, кину Витьку приглашение. Я пробежал сейчас. Да и я вижу, блядь. Теперь мне нужно карточку добыть. Вот здесь вполне реально это сделать. Там аккуратнее, охранник. У меня карточка есть. Да где должна быть, по-моему, вторая, нет? Я не помню, бля. А как мне этого охранника просто пробежать, что ли? Никакого, этого не надо. Вообще никого не пробегаю, в пизду. Он там слева. Аккуратней. Не запари. Нельзя вообще. Мы столько уже сделали, что порой пороть ничего нельзя. Если ты, блядь, запоришь миссию, я запорю тебя. Там сзади идет, сзади охранник идет. Истеричка забежала, блядь. Хорошо, надо его пометить, чтобы он не мешался тут.
Я не знаю, как он пойдет. Я забыл. F, 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 F. F. Да. Ну. А, русская, блядь. Russian language, блядь. Полетели. Так делать нельзя это. Ой, блядь, тут женщина. Мешков нет, мешков нет. У меня есть. Ты поставил пейджер? Ой, блядь, глушилку? Очень быстро. А, ты зациклил ее и глушилку поставил, походу, да? На, так, давай я унесу женщину. Не, глушилку я не ставил. Пошли поставим карточку. Блядь, тут одна что-то карточка нужна была. Стой, стой, там. Иди, убери его. Иди и все, убирай его. Тут одна карточка нужна, я проебался, короче. А хули я буду что-то уносить? А нет, надо унести. Так, сейчас. В ближайшую закрытую комнату нужно убрать будет трупы. Сейчас потому я их возьму, мешок, где трупов. Ой, тут их... Стой. Там идет охранник, аккуратно, блядь. У меня сейчас, блядь, нету больше маленьких моих вспомогалок. Пройди ты оттуда уже быстрее, ёбаный врон. Кидай мне сумку, я унесу ее, чтоб ты нигде ничего не спалил. Хотя иронично будет, если я сам спалю. А чё у нас сколько? У нас 3 пейджера уже. Ебать, копать, как все плохо. Это максимум. Это 3 из 4. Она ждет зал, в котором 3 охранника, которые нужно как-то обыграть еще. А все, я больше, кстати, вроде же не могу этот отвечать на пейджер. Да можешь, одного еще можем вальнуть, но. Но там нереально, в том зале, где нам нужно, будет сейчас вальнуть хотя бы одного. У меня есть карточка, мне использовать ее? Да, только дальше. Тут ты ее не используешь. Там дальше карточка нужна будет, я вспомнил. Надо было тебе здесь вставить, а мне туда пролезть как-нибудь. Ты растеряешься, я думаю. Вон там он ходит, суки. Сейчас дай я сначала зайду, отмечу всех, а потом мы как-нибудь ты подтянешься. Одного вижу. Я тогда тут жду. Второго вижу. И третий там же, по-моему. Да, и третий там же. Все, ты видишь их всех? И камеру ты видишь? А мы камеры, кстати, не забрали, долбоебы. Обои. Тяну... Так, давай сейчас... Угу. Давай иду так, сюда. Мне как, мне куда сейчас идти? Просто стой там. Просто пока стой там. Мне нужно одного из охранников как-то вальнуть и убрать по-тихому. И очень быстро. Там, где никто не увидит. Вот один, может, придет ко мне. Я отмечаю всех, чтобы ты их видел. Один, возможно, ко мне придет. Тут, тут камер нет. Поэтому я попробую его вальнуть. Блять, если сейчас второй сюда пойдет и повернет сюда, это будет плохо, это будет печальненько. А этот, она тут задействуется, моя глушилка, если что? Ну, да. Карманный. Да. Карманный. Если что, я могу включить. Это такая дерзкая сейчас сцена. Блять, не иди сюда, не иди сюда, не иди сюда. Сука, не иди сюда. Я могу его убить. Не надо, у меня нету больше пейджеров. У меня мешков нет. Я могу забрать. Подожди. Лучше бы ты всех отметил бы, кто там тут есть. Как там... F. Да ты заебал. Где второй? А, второго вижу. Все, подожди. Надо вот эту хуйню унести отсюда. Давай вот тут бросим, похуй вообще. Ты зашел, тебе нужно добраться до того включателя, где сейчас горит трекер. Справа проходи, справа проходи, аккуратно справа, справа, долбоёб, не слева, справа! Блядь, ты лево и право путаешь, какой ты грабитель, блядь, 67 уровня, что ли? Аккуратно, пошли. Там идет, стой, охранник идет, не спеши. И он сейчас, скорее всего, в эту сторону пойдет. Пейджеров у нас больше нет. И если нас зажмут, это будет пиздец. Аккуратненько ко мне проходи, аккуратно, максимально аккуратно. Ждем, не выходи. Когда эта хуйня уйдет отсюда, ждем. Только нас поджимают, если что, нам придется как-то разворачиваться за вот этими ящиками. Он вниз пошел. Хорош. А этот сейчас направо, если пойдет, это будет пиздец. И он пошел направо. Нет, он не пошел направо. Он пошел стоять возле двери. Нет, он пошел вверх. Аккуратненько, проходи вперед. А, нет.
Проходи, аккуратно, поставь карточку туда. Ставь карточку, пока есть время, быстрее. Я обратно. Я обратно, нам нужно ждать все равно 1.5 минуты. У меня стеклорез с собой, поэтому я тут немножечко по артефактик бы забрать. У меня тоже, а как его использовать? На F. Тут все решает буква F, блядь. Спускай. А, там люди. Присядь. Нас сейчас начнут поджимать. Иди ко мне, ровно ко мне. Здесь, если что, когда он начнет обходить, главное, блядь, не спались. Я ни одного из охранников не вижу, это проблема. Я ни одного отметить не могу. Одного отметил. Второго отметил. Там еще надо будет путь подобрать и очень быстро все сделать. Я, может... А, тут нечего забирать. Аккуратненько, пойдем. На шифте прям. Я нажал этот маленький свой генератор карманный. Аккуратно, на шифте. Проходи быстрее, 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 быстрее. Хорош. Хорош. Так, давай что сделаем? Я кину сумку вот здесь. С артефактом. Сейчас нужно опять пройти туда. И пойдем опять с правого входа. Второго надо отметить. Видишь их и отмечай сразу. Он развернулся, что ли? Нет? Нет, он пошел вниз. Все, прекрасно. Почти прекрасно. Нам остается, блядь, немного. Ну, ну, давай не запорим миссию. Давай сделаем это. Он сейчас возле двери стоять будет. Блядь. Ему вообще нормально? Ему... Да ему похуй. А. Дверь открылась, да и ладно. Кто-то что-то увидел. Все, пиздец. Мы только что запороли максимально тупо миссию. И увидел-то охранник, сука, мешок вот этот ебучий. Сука. Уроды, блядь. Шли попробуем забрать чисто. Я пробую, да. Поставь сейчас глушилку, когда я тебе скажу. Окей? Угу. Будь наготове просто. А мы не успеем все равно, блядь. По стелсу забрать мы не успеем, как ни крути. Ставь. А что было? А, ты наступил на плитку зачем-то. Ты поздно поставил. Все, блядь, этот же убрался, че я туплю. Бля, мы слили миссию, все, хорош. Нахуй ты на плитку наступил? Но у нас все равно не было шансов. Я не знал, что тут плитка есть. У нас все равно не было шансов, там вообще без вариантов. Блядь, я не знаю, я боюсь. А, ты пока там один, да? Но я пока еще не в зале, я еще не в зале. Там будет охранник в том зале перед залом. Я на тавтологию выезжаю. Пока один артефакт возьму и этот типа, в подвал не скину. Не надо. Вообще не надо ничего никуда скидывать. От греха подальше, в пизду. Один бриллиант забрать, чем несколько артефактов. А, кстати, интересно, тут можно забрать чисто типа артефакты? Нет, это не работает. Нам нужен именно бриллиант. Без него не сработает. У меня есть вторая карточка, я ее вставлю, уберу охрану аккуратно, блядь. Ох ты, сука. Вот эти, блядь, развороты их конские, быстрые. Резкие, дерзкие. А, страшно. А тут, блядь, камера. Я еще боюсь, когда вот этот звук идет, а это да, тебя. Да, да, да. Так, я одного охранника уложил. Осталось двое. Еще один идет. Если он начнет стрелять, нам пиздец. Ставка на то, что он не успеет. Ага, второй. Иди ко мне. Ставка очень жесткая сейчас. Так, тут один охранник. Он ходит. Ага, иди ко мне, пожалуйста. Справа, справа там забери, пожалуйста, чувака. Как только сможешь, так и забери. Блять, мы не сможем его перетащить. Там есть камера, которая на него смотрит? Нет. Все прекрасно, значит, я свою только буду циклить. Постой, а почему я не могу этот его забрать? Потому что у меня глушилка стоит. Ты зациклил пока? Я зациклил, все. Отвечаем на пейджеры. Господи, как же тяжело, блядь. Я не знаю, это пиздец. Сейчас нам так повезло. Это повезло чуть-чуть больше, чем повезло. Убирай его в сумку и, блядь, в пизду его засунь куда-нибудь. Какую? Не знаю. Вот сюда куда-нибудь. Вот сюда вот за колонну. Я вот сюда, в уголок. Только стой. Его. Да, все, убирай его в уголочек. Я вот сюда их уберу. Нормально смотри. Да, пойдет.
Сейчас я карточку вставлю, и мы с тобой в расчете нахуй. Нам останется очень аккуратно потом пройти и вернуться обратно. Тут очень много артефактов, которые можно собрать, кстати, по-моему. Да. Да. Поэтому давай соберем все в одну кучку, пока у нас полторы минуты есть. Я пока тогда прорезаю. Да. Только тут камеры на нас смотрят, они немножко мешать будут. Если что, складываем их куда-нибудь вот сюда, там же, где мои трупы. Я смогу его докинуть? Ты можешь попробовать. Блять, я не успею прорезать. Мешается камера. Я в свой уголок буду складывать. Да, лучше так, в пизду. Я уже просто проверил все своим опытом, что лучше, блядь, аккуратность, чем, блядь, принципиальность какая-то. Ну, нести отсюда артефакты еще сложно будет очень. Но это не главная задача. Главное вынести алмаз. Бриллиант. Да, будем называть вещи своими именами. Так, тут снизу больше ничего нет. Проверил все. Ну, мы, в принципе, рубились в Майнкрафт, так что нам легче так. Ну да. Так, остается полсекунды. Ой, блядь, полминуты. Полсекунды. Да, что-то я немножко загнул. Так, мне получается не наступать на плит. Там охранник зашел. Ох ты, блядь. Сумки. Убери вторую сумку. Убери вторую сумку. Спрячься и убери одну вторую сумку в себя. Аккуратно обходи. Аккуратно. Тут камера, если что. Тут камера, если что. Аккуратно. Я зациклить ее постараюсь. Ты успел пройти? Хорош. Хорош, хорош. Проходим дальше. Тут пакеты. Если он увидит пакеты, это будет проблема. Жесткая проблема. Сука. Если он увидит пакеты, это будет такая проблема, что нам и не снилось. Давай их, блядь, мы их не вынесем даже никуда. Он возвращается. Я надеюсь, он сюда не пойдет, блядь. Ну, вот серьезно. Если он пойдет сюда, мы ничего вообще не сделаем. Скидываем просто. Мы не успеем. Он увидит сразу. Ты че, блядь? Мы не успеем. Я попробую. Налево. Сука, нет, только не сюда, у меня, блядь, не сюда. Он успел. Все, нормально, нормально, нормально. Не скидывай, не скидывай. Он не туда пошел. Не, ну в принципе мы бы смогли. Подними артефакт теперь и труп мой туда. Я пока постараюсь взломать вход и сделать это. Все, теперь тебе твоя задача спрятать за эту колонну это все, что там валяется. Блять, как я дверь долго открываю, это пиздец. Так, пробую взломать. Ты пока там проникай. Да, я сейчас попробую. Каждая вот эта ячейка соответствует плитке на полу. Поэтому нам нужно сейчас подобрать самый идеальный путь. Нет, это сложный путь. Будем ждать другой. Давай положим мой уголок, потому что туда никто не заходит, в принципе. Нет, ни в коем случае. Там он проходит, видишь, в чем прикол? Он даже не заходит, он оттуда вот будет вот так заходить. Вот туда нормально или куда? Он увидит их. Там, где я оставил, туда неси. Пошли туда же. Потому что он не повернул направо. Я не знаю, сработает ли это еще раз, и может он повернет направо. Тебя видит камера. Да не меня, это видит камера. А, да, меня. А вот и не выебывайся. А, я баран. Ты ноунейм. Я случайно включил. Ой, камера немножко. Сука, опять неудобный маршрут. А, давай я попробую успею сфотографировать, например, на телефон, и буду диктовать. Не, это хуйня, это будет тяжело. Тут даже не успеть надо. О, нашел. Он? Сука, успею. В смысле? Бля! Так проебаться, сука. Блять, можно я револьвер, блять, себе в голову поставлю? Сука, я столько выбивал эту хуйню и проебался. Господи, блять, как так-то? Я растерялся.
Так, значит, продолжаем. У нас сейчас, походу, победный. Не хочу раньше времени ничего говорить, я уже проебал один раз свой победный, походу. Тихо, мой мальчик. Аккуратнее, не выходи, просто на шестом чувстве сейчас попробую их отметить, все равно стою на месте. Оно не срабатывает, шестое, походу, да, не срабатывает, потому что я отвечаю. Не, у меня вроде один раз сработало. У меня мешочков нет, сейчас аккуратно. Только камеры, главное не под камерами, слушай, вот это самое сложное сейчас. Блин, не работает они. О, сработало, а, или ты. Это я отметил. Все, аккуратненько. Просто стой там, нахуй. Меня трясется все, я не знаю уже. Тут, мы, короче, потратили сколько? Ну, типа, 2,5-100%. Остается-то самое сложное, по так, факту. А этот один у двери, смотри. Я могу включить. Блять, все, заходи. 4 пейджера. Нам еще смыться надо нормально. Отсюда же еще как-то выйти надо. У нас все пейджеры израсходованы. Да. Жесть. Ну мы сделали это, блять, это пиздец. Аккуратнее, аккуратнее, не надо, что ты делаешь? Да не нужен он тебе этот, блять, не надо его, не доставай пока, да, потом. Все. После бриллианта все. Да ну нафиг. Нахуй ты прожал, мне интересно тогда. Блять, ты иногда здесь делаешь хуйню просто греха, жесткую вообще. От греха подальше. Ты грех с ногами, понимаешь? Ты сам от себя не убежишь. На, вот ты хотел его унести, забирай сумку. Все равно 40 секунд еще таймер ждать. А больше нигде ничего и нет. Так. Прошмыгнуть по этому залу я тут еще не был. Тут нихуя нет. С этой стороны что-то может быть. Тут тоже... А, нет, есть. Ваза. А триггерят эти камеры? Вообще жестко, меня тоже передергивает. Ну, вроде чистая она. А вот сейчас чистая просто. Хорошо, очень хорошо сделано. Да. Без грубых каких-то ошибок. Как же они меня бесят, эти камеры. Так, давайте еще сумочку дам. Я сейчас зайду аккуратненько. На тебе артефакт еще один. Блять, как-то неудобно здесь камера стоит, вообще пиздец. Я могу позацикливать там. Да не надо, я как бы. Сейчас главное не протупить, блять. Вот не протупить и пройти нормально. Все, расслабились. Как будто делаем это 700-й раз. Представили. Ну так и есть. Ну мы второй раз, блять, за сегодня в этой комнате. Серьезно, если... 6 всего дорожек. Зайди ко мне аккуратненько, поможешь мне. Да ну нахуй. Сколько там на таймере? 16 секунд? 12, 10. Блять, я забрал его 10, нахуй. 9. Выходим. 8. 7, выходим, выходим, 6. Выходим. Все, выйди нахуй оттуда. Выйди нахуй из комнаты, уходим. Мы уходим, бриллиант так, у нас. Подожди, да я возьму этот артефакт. Да-да-да, бери хотя бы один какой-нибудь, да унесем, дай бог. Теперь надо смыться аккуратно еще. Все, этот. Я даймонд выкинул. Остается только свалить. Давай буду прикрывать так. Тебя немножечко. Там никого нет, выходи так. Сейчас в коридор аккуратно. Иди ко мне. Двигай, двигай. В окно кидай сейчас сумку. Неужели мы сделаем это, блядь? Я не знаю. Я хочу пошли сделать чистый. Еще возьмем или как? Не-не-нет, уходим, уходим. В пизду я в рот ебал, я не выдержу еще раз. Проходи аккуратненько. Сейчас через главный зал, главное, аккуратно выйти. Вот тут просто пробегай. Ай, блядь, там сзади. Нет. Спрятались. Тихо, тихо. В дверь нахуй. В прыжке садись только. Сваливаем? Сука, да. О, да. Два слихуем, блядь. Ой, как это было тяжело. Я не думал, что мы сделаем это сегодня. Офигеть. Это да. Так сильно. Это так сильно. Господи, как я рад, ребята. Это так сильно. Хочу пожать тебе руку.
Ты прокачал уровень. Я надеюсь, опыта ты поднабрался за эту игру. Спасибо тебе за игру сегодня. Ну что, ребятки. Что, мы все уже больше не будем? Да я думаю, мы куда-нибудь сейчас еще залетим, но вряд ли мы это будем снимать. Короче, ребятки, всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайк, подписываться на канал, если вы это уже сделали. Огромное спасибо. По ссылке в описании канал No Name, по ссылке в описании группы ВК, Discord сервер и Telegram-канал. Всем спасибо за просмотр. Не забываем все-таки опять-таки подписываться, ставить колокольчики. И всем пока-пока. Пока.